Я всех приветствую, дорогие друзья. С вами Глория. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Как меня слышно? Еще раз я всех приветствую. Ну, поговорим мы сегодня, естественно, о компании Conlivus. И хочу немножко начать с самого начала, с того, что многие люди не понимают эту компанию, и многие задают вопросы такого характера, откуда у компании деньги и с чего она платит. Сейчас я эту ситуацию проясню. Во-первых, компания Conlivus – это сообщество. То есть, становясь его активным членом, мы имеем доли. И чтобы стать партнером сообщества, необходимо зарегистрироваться в компании и, соответственно, приобрести пакет. Пакеты здесь, естественно, разной стоимости, и самое главное, хочу сказать, что здесь вот эти доли, которые у нас идут в комплекте с пакетами, это как бы уже гарантированный доход того, что как бы мы вкладываем деньги без риска, да, в эту компанию. Во-первых, компания легальная, во-вторых, компания официально зарегистрирована, и компания сотрудничает с канадским банком, где уже учредители компании вложили большое количество денег в гарант того, что компания является платежеспособной и будет работать и будет выплачивать. То есть поэтому в эту компанию можно без сомнения, без всяких там думок вступать и будет, соответственно, платить. У компании очень хорошие планы вознаграждения своих партнеров. И немножко позже поговорим о маркетинге более детально. Продуктом компании является гибридный аукцион, в котором принять участие может любой человек абсолютно с любой точки мира. Регистрация в компании всегда была и будет бесплатна. Что это значит? Человек, к примеру, регистрируется под своего спонсора. Спонсор может дать ему всегда возможность попробовать именно продукт. То есть начало компании всегда с того, что человек сначала пробует продукт, а потом он уже для себя решает, нравится ему, не нравится. И учитывая, какой здесь компенсационный план, и что мы все являемся дольщиками компании, это не может здесь просто что-то не понравиться. Единственное, что здесь компания имеет три пакета, и все они друг от друга отличаются. Само собой, что самый выгодный пакет в этой компании – это пакет экзекутива. Сейчас перейдем к слайдам, и я вам уже более детально расскажу маркетинг. Так, ну вот начну сначала с того, что вот слайд о кошельках, да. Здесь два вида кошелька – это кэш и бизнес-валет кошелек. Что они из себя представляют? То есть, вот мы видим, да, на слайде с левой стороны бизнес-валет кошелек, с правой стороны кэш-кошелек. Бизнес-валет кошелек – это кошелек внутренних денег. Для чего он необходим? Чтобы у вас никогда не возникало проблем с, ну, скажем так, с внутренней валютой. Да? За эти деньги вы можете всегда купить себе монеты. Видно, да, здесь Conlivus Coins нарисовано. Далее вы всегда можете помочь своим партнерам с активацией. Ну, к примеру, скажем, вы договариваетесь там лично, он вам либо на какой-то из кошельков переводит деньги, либо из рук в руки, а вы его уже как бы через внутреннюю валюту проводите. Также вы всегда можете продлить членство. Что это такое, я тоже позже расскажу. И кошелек кэш — это кошелек наличных денег, где вы уже можете выводить свои деньги либо на карту, которая идет в комплекте с пакетами, с вашими пакетами, которые вы приобретаете. Далее это вывод денежных средств на банковский счет путем SWIFT-переводов. Поэтому проблем с выводом денег нету. Как видите, здесь можно любым способом вывести деньги. То есть кому как удобно.
Далее, вот на слайде видим, что продуктом компании является гибридный аукцион, где любой человек может, ну, как это сказать, выиграть или приобрести товар со скидкой 91%. Что это значит и как работает аукцион, я включу видеоролик немного позже, и вы уже посмотрите. Вот мы видим на слайде три вида пакетов, которые есть у компании. То есть это пакет Basico, пакет Pro и пакет Ejecutivo. Пакет Basico имеет свою стоимость 49 евро. Что он в себя включает? Это один маркетинг-центр. Далее вы получаете 10 пакетов ваучеров, да? То есть стоимость их 50 евро. Далее я расскажу, как эти ваучеры работают и что с ними делать. Срок действия пакета 30 дней. Его продление стоит 20 евро. То есть, когда подходит срок, вам необходимо продлить свое членство, если вы хотите также дальше принимать участие в компании и получать, соответственно, доли, которые вам полагаются. 40 объема, то есть 40 CV личного объема и одна доля компании. То есть доля на сегодняшний день, на октябрь месяц, составляет 18 евро 64 евроцента. Далее пакет Pro. В себя он включает один маркетинг-центр, далее 40 подарочных ваучеров или 10 пакетов стоимостью в 200 евро. Вот этот пакет, уже начиная с этого пакета, входит карточка, дебет-карта. Действие его 45 дней, и как бы продлить его можно в дальнейшем за 30 евро по истечению этого срока. Стоимость 249 евро, свой личный объем 165 CV. Немножко тут по пакете Басику предыдущем забыла сказать, что здесь работает глубина всего лишь на один уровень вниз. Пакет Pro 3 уровня вниз. То есть вы получаете 10% от своих партнеров, когда у них закрываются циклы. Об этом тоже мы позже поговорим. Ну и самый такой пакет эксклюзивный, Ejecutivo, самый лучший, самый прибыльный и всем советую, как бы, кто хочет в быстром и скором времени разрешить свои все финансовые проблемы, советую вступать на этот пакет без всякого там риска, потому что здесь три маркетинг-центра. Что такое вообще маркетинг-центры? Три маркетинг-центра – это позиция треугольника, то есть, соответственно, ваш доход умножается на три. Это 5 уровней в глубину, да, бонуса, получаете за пары, которые нам по 16,50, то есть 10% на 5 уровней в глубину. Дебетовая карточка входит в комплект. 150 подарочных пакетов, которые вы можете дарить, да, общей стоимостью 750 евро. Действие его 30 дней, то есть 3 месяца. Далее, через 3 месяца вы делаете активацию, там в разделе Orders вы увидите, там можно активацию сделать на 14 дней продлить, стоит она 37,50, либо на 28 дней стоимостью 75 евро. Цена его 699 евро и общий объем 575 CV. То есть, еще раз, на пакете Ejecutivo у нас 20 долей. То есть мы имеем, да? На пакете Pro 5 долей, пакету Basico 1 доля. Теперь можете взять калькулятор и посчитать, да? Стоимость на сегодняшний день одной доли 18 евро 64 цента. И поймете, какие деньги вы уже изначально, еще не став таким, как сказать,
Активным, понятно, вы становитесь в покупку пакет. Я имею в виду, даже не начиная строить сеть, то есть у вас уже есть гарант того, сколько вы заработали. Вот. Ну, могу немножко расшифровать, я здесь уже как бы подвела расчеты, что пакет Басику 49 евро, одна доля, это 18,64 евро гарантированно в месяц, плюс еще подарочные ваучеры входят в комплект, которые вы можете дарить. То есть 100 бидов – это 10 пакетов. Пакет Pro – 249 евро, 5 долей, это умножаем на 18 евро 64 цента, 97 евро 20 центов, то есть уже гарантированно в этом месяце, плюс у вас точно так же 400 бидов, которые вы можете также подарить, и на этом тоже зарабатываете деньги. И пакет Эхекутиво 20 долей умножаем на 18 евро 64 цента, это 372 евро 80 центов. Вот. Срок его 90 дней. Теперь посчитайте, сколько вы будете получать на пакете Эхекутиво в течение 90 дней. То есть вы даже остаетесь с лихвой и в огромной прибыли, если начнете именно зарабатывать именно с этого пакета. Но по поводу, если непонятно, сейчас вот расшифрую, что такое биды. Биды – это такие вот монеты, которые мы используем на аукционе. Так как продуктом компании является гибридный аукцион, в нем участие обязательно. Участвуете сами, участвуют ваши будущие потенциальные партнеры, ваши друзья, близкие, родственники. Потому что этот аукцион будет настолько насыщен разными продуктами, что он просто удовлетворит вкусы любого человека. То есть там будут продукты, начиная от бытовой техники, заканчивая автомобилями. Вот. Максимальная цена это 9%. Вот. Можете посчитать, взять любой товар, его рыночную стоимость, сколько это будет 9%, и 9% это максимальное, может и меньше быть. Все зависит от того, какой спрос будет на этот товар. Так вот, в пакете Басико там идут 100 подарочных вот этих видов стоимостью 50 евро. То есть вы можете подарить 10 партнерам своим 10 по 10 монет. Пакет Pro 40 видов. Вы можете подарить, ой, простите, 400 видов вы можете подарить по 10 монет 40 людям. Вы представьте, 40 потенциальных партнеров. И, соответственно, пакет Эхекутиво 1500 видов, 150 паков. Вот. И каждый бит – это 50 евроцентов. Да? Поэтому, друзья, выбирайте, решайте сами вот эти биды, которые человек использует на аукционе, либо вы сами, то есть за 10 паков идет 6 евро на ваш кэш, это наличные деньги, да, и 3 евро внутренний кошелек, бизнес-валет. 20, еще подаренные дополнительные 20 паков, это 14 евро наличными и 7 евро на бизнес-кошелек, да. И 40 паков, это 40 евро ваш кэш и 20 евро e-wallet. Вот так работает аукцион. Почему вот немножко разъяснила, думаю, ситуацию, откуда в Конлигусе берутся деньги. Это помимо того, что здесь, да, бинар, здесь пары, глубина, бонус старта, дополнительные вознаграждения, звезды. Но вот это то, что я вам сейчас рассказала, это самое-самое начало того, и чтобы человек сейчас подумал, посчитал и решил, что для него более выгодно. Если, допустим, человека испытывать какие-то финансовые трудности, он, естественно, может там начать с меньшего пакета, и путем построения сети, учитывая, какие здесь идут возвраты, плюс стопроцентное получение долей от своих спонсоров, здесь очень можно быстро сделать апгрейд и перейти уже на пакет Эхекутиво. Идем далее. Слайд у нас, к сожалению, на английском языке, почему-то тянут с испанским и с русским языком. Развернутый вариант.
Ну, вот здесь видим еще раз на картинке, да, вот Басико это шер, это доля, одна доля про 5 долей и Хикутиво 20 долей. Этот, по этому маркетингу вот это количество долей уже в новом варианте вступает в силу с 13 октября. То есть они улучшили маркетинг, улучшили для нас, чтобы мы как бы более были такие организованные и активные. Компания все делает во благо нам. То есть действительно цель компании создать настоящее как бы, сообщество людей, самодостаточных таких, да. Поэтому здесь каждый человек, он дольщик компании, и очень приятно им быть. Так. Здесь, конечно, вот этот слайд немножко не понимаю, о чем, потому что с английским языком не дружу. Но добавлю, что компания делится 10% прибыли, да, по итогам месяца со всеми партнерами. От общего товарооборота. Ну, здесь вот опять-таки подтверждаются мои слова, которые я разъясняла по поводу монет, которые мы дарим. То есть вот 3 евро бизнес wallet, 6 евро кэш. Следующие 20 монет дарим мы. Это 7 евро бизнес wallet, 14 кэш. И 20 монет это 40 евро. 40 евро, вернее, 20 это бизнес-валик, 40 евро на ваш кэш. И можете, как сказать, сложить вот это все. Это те люди, которые имеют пакеты Хикути, сколько они могут заработать на вот этих подарочных пакетах, которые идут им в комплекте. По поводу монет еще скажу, допустим, кто хочет их дополнительно приобрести, там, ну, мало ли, может, еще там кому-то не успел подарить. Всегда вы можете зайти в раздел Orders, оформить заказ, там все расценки есть, что за что, сколько CV вам к этому идет, потому что объемы, они тоже очень важны для того, чтобы в дальнейшем расти по карьере и, соответственно, больше зарабатывать, потому что здесь, приобретая квалификации звезды, да, начиная от одной звезды, заканчивая 9, естественно, каждая звезда вам дают дополнительные доходы. И вот здесь видно, бонус называется он лидерский бонус. Этот бонус выплачивается в размере 250 евро. Что для этого необходимо сделать? В течение 30 дней, если человек приглашает, будучи сам уже, да, на пакете Ихикутива, приглашает таких же 4 партнеров. Почему 4? Потому что 3 бизнес-центра, занимаем позиции треугольника, да, и, соответственно, после этого мы видим ниже 4 аккаунта, которые надо заполнить. Приглашаем людей, делаем объем 2300 CV, то есть мы выполняем условия этого бонуса, и нам дополнительно на наш уже кошелек начисляется 250 евро. Плюс здесь платятся нам бинарные циклы. Об этом я тоже поговорю, когда дойдем до этого слайда. Ну вот, как раз вот следующий бонус, он называется бонус циклов. Вот виден, да, вы и 2 человека, ваши приглашенные, то есть 300 баллов слева, 150 справа, это уже как бы цикл сформировался, и за этот цикл вам начисляется, сейчас я тут посмотрю, я 16,50, но 16,50 это чистый кэш. А в общем объеме начисляется, так, сейчас, секунду, это у меня тут было по поводу этого. В общем, там в размере 23, а, вот, нашла. Получаем за бинарные пары 16,50 евро. Это уже на наш кэш.
на вывод на карту или на банк, и 6,50 это на кошелек e-wallet, то есть наш внутренний баланс. И таких пар могут закрываться в день по 60. Да? И смотрите, к примеру, если вы занимаете позицию, ну, базового пакета, у вас один бизнес-центр, и пакет Pro тоже один бизнес-центр. В день у вас, если максимальное количество это 60 циклов, это получается по сумме так, 990 евро в день вы можете зарабатывать. Если вы занимаете позицию треугольника на пакете Ehecutivo, то, соответственно, умножаете на 3 свои доходы, да? Это будет 2000, по-моему, 970, почему-то здесь вот не вижу этих цифр, вспоминаю по старым слайдам. Так что, друзья, смотрите, какая ощутимая разница, сколько можно делать на пакете Ehecutivo и на двух предыдущих. Соответственно, пакет Ehecutivo – это минус количество людей, чтобы дойти до хороших денег, да? Но кто может строить сеть, может начать, естественно, с минимального, и всегда у него есть возможность сделать апгрейд с внутренних денег кошелька бизнес Wallet. Так, этот слайд. А, ну вот здесь видно, что первый рисунок как раз-таки один бизнес-центр, два нижних в виде замочка как бы недоступны, закрыты. И Ehecutivo. И вот тут ниже видно, да, 990 евро, 60 циклов и 2970 евро. Так, матчинг-бонус. Матчинг-бонус – это бонус с глубины. Соответственно, когда мы строим сеть, приглашаем людей, у нас дополнительно начисляется 10% за каждые циклы, да? И, к примеру, на пакете Басику работает только лишь один уровень глубины. Вот здесь видно, да, на рисунке. Если вы на пакете Pro 3 уровня вниз и пакет Ehecutivo 5 уровней вниз. Но сейчас компания поменяла немножко, опять-таки, улучшила маркетинг и дает нам возможность с приобретением ранга, уже начиная 4 звезды, дополнительный уровень, да? Об этом мы тоже поговорим, когда дойдем по слайдам. Так, вот видно лидерский бонус, бонус звезд. Здесь на картинке видно одна звезда, две звезды, три звезды и так далее, да? Чтобы заработать ранг первая звезда, необходимо пригласить таких же 4 партнеров и на идентичный пакет Ehecutivo. Тогда вы становитесь уже как бы с одной звездой. Две звезды понятно, это когда идет дубликация ваша, то есть ваши люди выполняют то же самое, что и вы. Соответственно, ниже, 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 это до 9 звезды. Достигается лишь только тогда, когда идет дубликация в компании. И плюс еще, когда человек уже на ранге 4, вот не помню, 3 или 4 звезды, потому что на этом слайде не указано. Дополнительно открывается заработок от Conligus, дополнительные 3% еще начисляются, опять-таки, за нашу активность. Вот здесь на таблице видно все вот ваши как ранги, ваши пакеты. И вот так, первая, вторая, третья, четвертая. Вот в пятой колонке мы видим, что до ранга 4 звезд, до 3 звезд, да, у нас уровень до 5 уровня идет, да, вознаграждение по бинарным циклам. Начиная с 5 уровня, простите, с 4 уровня, это уже 6 уровней в глубину. Далее 6 звезд, 7 уровней, 8 звезд, 8 уровней.
9 звезд, 9 уровней вниз. Видно, сколько дополнительно мы еще зарабатываем, можем заработать. К сожалению, так мелко все написано, что очень сложно тут. Приходится глаза так напрягать. Вот. Ну, я думаю, что здесь, если каждый сядет, разберется с этой таблицей, тут, в принципе, все понятно, что за что. Сколько циклов здесь должно быть. Все видно, какие ранги. Вот здесь видно ранг 1 звезда, 15 циклов должно быть персональных. А, нет, персональных и общих, тоталь циклов. Далее 4 звезды, это 180 циклов. И 5 звезд, 400 циклов. Я думаю, считаю, что это, конечно, все преодолимо, потому что здесь компания все-таки человек, когда занимает позицию от своих долей и от того, что он начинает работать с этими монетами, дарить, сразу появляется результат. Соответственно, людям что нужно? Людям нужен результат. Когда есть результат, соответственно, время не заставляет себя ждать. И все, как говорится, оно само собой вот идет. И причем здесь в этой компании вывод денег от 50 евро. То есть, к примеру, скажем, у вас там развивается, структура растет, там за бинары вам ежедневно начисляют. Вы можете деньги выводить хоть каждый день. Здесь нету такого, что вот там какие-то условия, вот это выполни, а потом сможешь вывести, там месяц ждать, два или сколько, не знаю, у кого какие способности. Здесь этого нету. То есть вы уже зарабатываете с первого дня. Здесь вот бонус, компания нас вознаграждает такими наградами, как турпоездки от компании, за счет компании, для нас это бесплатно. То есть, когда мы достигаем ранга 3 звезды, мы получаем региональные как путевки, да, на отдых, то есть внутри вашей страны. Не знаю, как это будет проходить на самом деле, потому что никто еще пока этого не видел. Старт компании, вернее, старт компании будет аукцион. Но узнаем, когда это будет уже на практике. Кто-то все равно поделится этим рангом, как это все происходит. Далее 4 звезды это уже поездки по всему миру. То есть можно посетить там замечательные, там красивые места, отдохнуть, да, причем для нас это же бесплатно за счет компании, то есть оставить какие-то там приятные воспоминания у себя и оставаться довольным. Я считаю, тоже это хороший бонус, хороший стимул, и есть к чему стремиться. И здесь происходит так, что компания за 60 дней, это получается за 2 месяца, да, вас уведомляет о поездке, то есть билеты, когда, чего, куда, чтобы у вас достаточно было время, чтобы собраться в дорогу, ну, поехать и отдохнуть. Так, далее идем. Конлигус клуб. Это тоже конечный бонус, бонус номер 9, который точно так же в этот клуб может войти человек, уже будучи на ранге 3 звезды. То есть это деловые поездки, это деловые встречи, опять-таки за счет компании, не за счет вас. Компания уже сотрудничает с рядом туристических фирм. То есть здесь уже согласованность с отелями, да, где нас могут встретить, где нас могут разместить, и где мы можем встречаться с лидерами параллельных структур, знакомиться, обмениваться каким-то опытом. То есть, одним словом, совмещать приятное с полезным, потому что это очень важно. Не просто сидеть, как вот мышки, да, за интернетом, за этим скайпом, а все-таки и отдыхать. Потому что это такой вот досуг, да, улучшает качество нашей работы. Так, ну по бонусам я все сказала. Сейчас я поставлю
Вот с этой табличкой, честно, еще не разобралась. Тут что-то с циклами, с матчинг, это что-то вот новая табличка. Буду разбираться на ближайших конференциях, я вам ее растолкую. Что за что эти проценты идут? Так, еще вот у компании есть такая возможность, что, допустим, если человек вступил в компанию, да, и по каким-то причинам там, раздумал там вступать, вернее, принимать участие, хочет вернуть деньги. Всякие ситуации бывают в жизни, да, форс-мажор какой-то. То есть всегда он может отозвать эти деньги у компании в течение 3 недель. И это официально компания предоставляет такую возможность. Это не спонсоры будут возвращать, как во многих компаниях, там админы обещают, спонсоры, тут лидеры, что заходи, если ты там не сможешь справиться, мы тебе вернем деньги. А в итоге, как говорится, оно не так. Но здесь, учитывая то, что компания подходит изначально с первого дня нашего активной работы в компании, что просто она не может не понравиться. Давайте, друзья, я поставлю вам сейчас видео, как работает аукцион. Я думаю, здесь присутствуют новички, которым будет интересно послушать, как и что будет на аукционе. Так, сейчас я найду видео. Смешанные аукционы Conligus – это аукционы с участием высококлассной продукции, а для тех, кто не хочет ждать, когда эксклюзивная продукция будет у них в руках, мгновенная ее покупка. Наш смешанный аукцион уникален. Вот почему. На наших аукционах предлагаются только бренды и вояжи А-класса. Участвуя в смешанных торгах Conligus, вы всегда имеете скидки в размере 91% и даже больше. Четвертое. Мы делимся 60% нашего товарооборота с участниками. На смешанных аукционах вы никогда не теряете деньги. Покупая продукт, по которому вы торговались, мы возвращаем вам ваши биды. Вот почему мы особенные. Но это еще не все. Вояж на Мальдивы по цене всего лишь 250 евро или замена гардероба с помощью подарочного ваучера Армани на 50 евро. Звучит? Заманчиво. Объясняем принцип действия. Смешанные торги Conligus предлагают вам возможность принять участие в аукционах и покупать продукцию по стоимости от 0,1 евроцента и до максимум 9% от установленной розничной цены. На аукцион выставляется любой товар, начиная с часов Rolex, одежды от Armani, экзотических турпоездок, круизов и так далее. В торгах вы никогда не теряете деньги, поскольку имеете возможность в любое время мгновенно выкупить товар, на который вы ставите. Все торги начинаются от 0 евро, без резерва цены и увеличиваются на 0,1 евроцента за каждую объявленную цену. Бит. Таймер запускает новый обратный отсчет на каждый поставленный бит. На таймере всегда установлена продолжительность каждого аукциона. Рассмотрим пример. Начинается аукцион на компьютер Apple. Лиза поставила 1 бит, и цена выросла на 0,1 евроцента. Марк поставил свой бит, включился таймер, пошел обратный отсчет, и цена выросла еще на 0,1 евроцента. Третий участник включился в торги, и снова включился таймер обратного отсчета. Внимательно следите за таймером, особенно к концу аукциона. Когда уже никто не ставит биды, и таймер стремительно движется к обнулению, или затем, когда аукцион дошел до 9% от розничной цены. А в результате Лиза выиграла новенький компьютер Apple всего за 65 евро. Лизе осталось оплатить конечную стоимость, то есть 65 евро, и ждать доставки своего новенького компьютера Apple. Еще один вариант хода аукциона. Предположим, продукт пользуется повышенным спросом на наших торгах. Соответственно, таймер не обнуляется, поскольку все участники продолжают ставить. Однако, когда цена дошла до 9% от розничной цены, аукцион заканчивается и выигрывает тот участник, который поставил последним. Почему цены на смешанных торгах Conligus такие низкие? Благодаря участникам, покупающим коины. Вы можете использовать ваши коины для разнообразия во время торгов, либо для того, чтобы сразу купить продукт.
На наших аукционах вы никогда не платите больше розничной цены, поскольку можете купить продукцию, на которую ставите. Например, вы торгуетесь на продукт, розничная стоимость которого 1000 евро. Вы поставили биды в размере 100 евро. Теперь у вас есть возможность купить продукт за стоимость, равную рознице, с розничной ценой, в данном случае за 900 евро. Теперь у вас есть все для отличного времяпровождения. Почему бы не стать маркетинг-партнером и не использовать свои биды для того, чтобы позволить другим шоперам участвовать в торгах, получая свою комиссию за это? Смешанные торги Conligus – все так просто! Задавайте вопросы, на что смогу отвечу, на что буду затрудняться отвечать, я буду узнавать у вышестоящих лидеров, и так как конференция у нас проводится каждый день, я все вопросы, на которые не отвечу, я буду их записывать. Так, ну здесь вот начнем с того, что вижу первый вопрос по поводу цикла. Что такое цикл? Это бинарные пары. То есть человек справа, человек слева – это пара. То есть за пару нам начисляется 16,50 на наш iCash. Это уже чистые деньги, которые мы можем выводить. А общая сумма составляет 23 евро. 6,50, 6,5 евро идет на бизнес-валют. То есть, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. То есть когда вы строите структуру, то у вас, соответственно, люди расставляются там слева, справа, и есть вот это и есть цикл. Это вы можете посмотреть на слайде, там, где бонус циклов написано, цикл бонус. Там интуитивно понятно по картинкам, и можете посмотреть и для себя уже сами себе ответите также на этот вопрос. Я думаю, что все понятно. Как в одном цикле может быть 3 человека, если это бинар? То есть третий человек у вас пойдет, встанет под кого-то другого. То есть если он будет третий, станет четвертый, вот следующая пара сформировалась. То есть бинар от слова би, 2. И здесь не трина. Здесь нету циклов по 3 человека. Так, следующий вопрос. А как дарить ваучеры и каким образом? Народ не прибавляется. Хорошо, спасибо, Игорь. Спасибо, Татьяна. Потому что это очень важный момент, как дарить эти монетки. Потому что времени мало осталось, уже завтра будет конференция 21.00 по Москве, и 11 числа уже стартует аукцион. Все, давайте продолжим, потому что времени остается немного, надо комнату как бы освобождать, заходит следующая страна. Как раз вот я сейчас открыла офис, свой конвейбус, да, как дарить монетки, как сформировать этот ваучер и передать человеку, которому вы хотите подарить. То есть у нас в разделе Wallets Voucher в нашем офисе, в меню с левой стороны, есть вот эта закладочка, открывается как всплывающее окно, ой, не всплывающее окно, а название всплыву, да, последующий. И ваучерс, увидите там, на него нажимаем. Далее появляется, открывается у вас так, ну, такое окно, да, скажем так, где написано общее количество ваучеров на зеленом фоне. А на желтом фоне количество ваучеров, сколько вы подарили, простите, бидов. И в красном окошке вы будете видеть количество использованных, когда откроется аукцион. И чтобы сгенерировать этот код, далее ниже увидите окошко, там стоит нолик. И написано минимальное 10, максимальное 50. То есть вы указываете то количество, которое хотите дать человеку. Там 10, 20, 40, 50.
ну, не больше 50. Далее нажимаете слово «Генерар», формируется у вас специальный код, который вы копируете и отправляете человеку. Без разницы, хоть по имейлу, хоть по скайпу. Далее даете ссылочку на аукцион. Там необходимо зарегистрироваться. Далее указать в момент регистрации в окошке ваучер вот этот код, который вы ему высылаете. И, соответственно, там он завершает регистрацию, по новой входит в свой офис и видит там у себя в офисе количество видов, кто ему подарил и так далее. Как практически будет это происходить, аукцион будет работать с этими ваучерами, мы узнаем завтра, когда будет конференция по этому поводу. А неучастникам тоже можно дарить. Да, конечно, дарить всем можно. Я же сказала, что человек может зайти вообще, не прокупив пакета. Для этого все и делается, чтобы человека сначала заинтересовать продуктом. То есть человек пробует, а потом уже решает, а не наоборот. Когда он зашел, ему что-то не понравилось, и все, там куча негатива. Потому что это не та компания, это сообщество. То есть здесь собираются люди, которые хотят стать дольщиками этой компании Conligus. Вот. Ну, надеюсь, было все понятно сказано мною. Вопросов я больше не вижу. Как зарегистрироваться на аукционе, я думаю, что у всех в чате есть эта информация. И регистрация там интуитивно все понятная. И то есть регистрируйтесь. Завтра будем встречаться в это же время. Те, которые думают еще зайти или там сомневаются, присоединяйтесь к компании Conligus. Вы сами сейчас услышали, наглядно видели официальные слайды, которые я показываю, и как можно здесь хорошо зарабатывать и действительно стать финансовым независимым человеком. И вступайте. Всем желаю активных партнеров и до новых встреч, до завтра. Всем спасибо, до свидания. Si has decidido echar un vistazo más de cerca a nuestra oferta de negocio y potencialmente convertirte en socio, no podríamos ser más felices y apreciamos tu confianza y tiempo. Conligus, obtener ganancia, como algunas podrían interpretarlo, es una compañía que es diferente a cualquier cosa que hayas visto o experimentado antes. Estamos a punto de lanzar...